Начинаем мы собирать буровую, как и обещали. Сделали мы низ. У нас швеллер 65 на 35 швеллер у нас. Повырезали мы размеры 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это все на болтовом соединении. С торца это все заваривалось плашками, просверливалось. Приваривали барашки такой. То есть низ будет у нас разборной. Конструкция будет как бы выглядеть у нас примерно вот так вот. Это еще приварится у нас вот так вот. Две направляющие для труб, вот так уголочки приварятся для упора. Будут трубы у нас, буровая труба, стенка 5-6 миллиметров, там больше 5 миллиметров. Две трубы вырезали по 3,70, да? Да, по-моему, по 3,70. По 3,70, и будем вставлять их вот эти вот. Трубки, они заходят как раз за подлицо в эту всю систему. Будут у нас еще вот такие вот плашечки наварятся, потому что у нас здесь болты. Здесь будет колонна, когда откручиваться, висеть, вес будет усиливать. То есть еще вот такие плашечки наварятся, чтобы ни болты не гнуло, а стояло это все как бы на плашечках. Наварятся здесь, здесь, ну где болтовое соединение. Сейчас это все сварится. Будет у нас рабочий стол. Наша буровая штанга будет квадрат десятка, с двух сторон приварен на замке. Здесь отверстие будет, то есть рабочий стол будет работать как ворота. Закрыл, штанга стала сразу в упоре. То есть ключом чуть дал усилие, открутил, реверсом все это раскрутил. Ну как бы полуавтоматически будет. Это поставятся стоевые трубы, вверх швеллер. И будет от барашиков, такие же барашки будут сверху, это будет на тросах, на растяжках. То есть выставится в уровень, растянется, чтобы как, быстро это монтировалось. Поставил низ, скрутил, трубы закинул вверх, на тросах растянул. У нас еще будет каретка откидная. С одной стороны будет швеллер. Маленькая приварена кусок швеллера здесь, здесь по трубе она вплотную, как раз буровая труба ходит в этом швеллере. С другой стороны будет так же самое, только будет цельный тоже 50, но только здесь будут приварены колечки, будет штырь стоять, а здесь разрежется, будут стоять навесы. То есть пробурили нужный вам метраж, все, дошли до водоноса, промылись хорошо, не снимая буровую, ничего. Это штырек достается, открывается, еще вот здесь. Буровая каретка отодвигается в сторону, и расстояние позволяет обсаживать обсадную трубу. Ключи, как бы мы уже показывали в видео. Ну, в принципе, когда все соберется, весь инструмент выложим, уже как бы расскажем полностью все.
собираем буровую уже новую. Старую вы нашу видели, вот у нас будет новая. Такая быстрого монтажа со швеллера. Как бы размеры это мы потом как разрисуем, покажем, какие трубы, какие диаметры, как что делалось, какие размеры. Как бы вот так, вот такая она в разобранном виде, без каретки. Каретку сейчас будем мы еще делать. Сейчас мы покажем, как сам станок выглядит, как оно будет все смотреться, и покажем уже в дальнейшем, как будем собирать каретку. Ну, будет собираться установка минут 10 вдвоем. Ну что, установка собрана без каретки. По времени где-то сколько? Минуты три. Все займет минут 10. Если с самого нуля выставить все под уровень, выкопать приямки, то я думаю где-то около 1,5-2 часов будет достаточно для того, чтобы уже установить саму установку и потихоньку начинать бурить. Все, вот так это будет выглядеть. Сейчас еще закрытым лебедку нашу там на двух уголках, она будет сниматься, разбираться. Вот это так все будет выглядеть. Здесь цепляется кареточка. Ну, сейчас будем просто делать каретку. Что ты меня снимаешь? Что ты меня снимаешь? Уже что-то прохладно, сегодня вчера было тепло. Вот она у нас вот так вот выглядит. Мы ее вдвоем собираем с напарником минут за 10, даже выставляем в
все получается как бы быстро на тросах, но единственное, мы, наверное, еще переделаем за место тросов, поставим арматуру, наверное, 12-ю, там будет вверху крепиться на карабинчик через кольца вот такие же самые, и внизу на карабинчик, только через толерэп, чтобы растяжка была мощная и не шевелилась от лебедки, потому что когда усилия она будет давать на каретку, лебедка чуть-чуть подгибает ее на тросах, но это как бы не сильно так уж и страшно, но мы лучше, наверное, сделаем на арматуре. Снять, занести в помещение куда-нибудь, у нас еще здесь будет профильные трубы, распорка от нижней до верхнего квадрата, здесь будут два кольца еще и трос, ну это мы так пока привязали для показа, то есть каретка как ворота, открыл, снял, здесь крепиться будет еще два уголка, ну и болтиком стянется как бы так, само просто. Внизу у нас еще будет рабочий стол. Лист у нас будет на четырех навесах. Это будет как выглядеть как ворота. Открыл, закрыл. То есть для удобства. Добурил, штанга стала, опустилась, ворота закрылись. Все, можно, ну, один человек может спокойно себе откручивать штангу. То есть удобно будет и как бы мобильно даже. Собрали нам, мы заказывали мотор, у нас 2,2 киловатта, 1500 оборотов, 380. Собрали нам, там мастера у нас есть одни, собрали через три конденсатора мощных, один большой, два маленьких, ну как бы я в этом сильно не понимаю, но они собрали нам в канистре. Мы сделали все, сделали пусковую коробку, то есть открыл, все, оно там все уложено, то есть если надо поменять, открыл, поменял и закрыл. Реверс налево, направо, ну и соответственно пуск. Быстрый съем у нас еще такая мощная розетка на 380, чтобы пультовую можно было откинуть спокойно с розетки и с этой, ну и как бы либо каретку убрать в случае дождя, либо для мобильности перевозки в машине, багажник положил себе спокойно и лебедку также сам открутил, положил, все, установка разбирается 10 минут, так же самое и там полчаса ее собрать, установить в уровень, как бы вот так. Нравится — ставим палец вверх, подписываемся на канал. Вот и завершили мы практически сбор буровой установки. Время у нас для сбора было как бы много и в то же время немного, но в итоге, я думаю, у нас получилось нормально. Такой буровой установки в интернете я лично не видел. Поэтому, кому понравилось это видео, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на наш канал. Еще ж покажем рабочий стол, когда уже сделаем. То есть, когда будем ее, мы ее дособираем уже до конца, сделаем рабочий стол, поставим ее уже, когда будем испытания проводить, бурить. Сейчас нам фекальник еще привезут, погружной насос для промывки, то есть уже все в сборе до кучи соберем, поставим, выставим, будем бурить и покажем уже концовку видео. Установка будет класс, быстрая и удобная. Так что, ребята, следите за нашими роликами, мы будем периодически выкладывать и дополнять свою биографию по поводу буровых установок, а также будем снимать процесс бурения на этой установке, а также от А до Я, к приходу к людям и завершающий этап — обсадка трубы и уже завершение добычи воды со скважины. Так что подписываемся на канал и ставим лайк, обязательно пишем любой комментарий под этим видео, и всем удачи и пока.